Марио в попы. А у тебя GPS есть, Грант? А чё? Ой, сак... Нет, тут ни у кого нет GPS, о чём ты? А, ебать, ну заебись, вот и N. Надо было на этой миссии этот, блядь, Брутал проводить. Да дурь. Хотя нет, тогда рации ещё мало будет очень, ты же знаешь, Маркантар. Это пиздец, ну похуй. У пола отделения рация отожмёт, чисто ком звена. Чем это отличается, блядь? Блять, я даже отсюда нормально выехать не могу на 7 кадрах, 14 FPS, 12. Бля, у меня это тут 23, чего у тебя за ком, блять? Ну, а у меня 40. Как лунь предполагает, азушка сильная, это проседает, надо это завтра. А сколько у тебя плашек? У меня 8, ну 2 плашки и 8 суммарно. А, ебать, у меня просто, по-моему, я не знаю сколько плашек, но у меня 16. Ну вот. Я, наверное, чуть повыше. Хотя, да, не знаю, может это в целом, у меня целых процессора. У меня целых как бы 3 FPS, ой, блядь, 20-30 FPS у меня целых, ебать. Хотя, у меня 42, старая, 44. Играю на Азу. Потому что блядь, единственное, что у меня сейчас работает до упора, это Азу. Я вот не помню, сколько у меня ядер в процессоре, блядь. Но единственное, что я помню, то что у меня частота 3.4 ГГц. О, у меня тоже. У меня сейчас арма 11 ГБ ест. О, у меня i7 4770. Вот, у меня, короче, 4 ядра, 8 потоков, ну там гипертрейдинг, вся хуйня. Правда, у меня не версия K, у которого множитель разблокированы. У меня, кстати, K, по-моему, или нет, блядь, я не помню. Будь у меня K, я бы, возможно, чуть-чуть частоту приподнял бы. Ну, блядь, я не... Я такой человек, у которого, сука, Windows не переустанавливается с 2016 года. Ебать. У меня ком, блядь, как был, так и стоит. Я себе его не перебил, сносили. Например, когда я SSD себе взял, это было... Ну, у меня моноблок, поэтому мне, блядь, ничего покупать нельзя. Ты на моноблоке играешь? Да. Ебать, ты жёсткий. Заебись. С моноблока можно на передовой играть, слушай. Так, это мы проехали, да. Я понял. Вот видишь, это симуляция реальных боев. Я же говорю, деле, сейчас что в Мариуполе. Я даже, блядь, переподнял свою ебало чуть-чуть. Ну, сзади уже никто не едет. Я помню, играл я, кстати, за этих партизан, ну, мы только тогда под этот под минометный мощный огонь попали. Я помню, блядь. А, самолет у нас бомбу сбросил, да. Я помню, за часовочников играл, блядь. У меня, блядь, была Мосинка, пожалуй. Я на этой миссии, блядь, было одно из первых моих командований вообще. Я тогда, блядь, без GPS, без нихуя командовал, блядь. В итоге этот Беттер, блядь, приехал, он с евреем. Наш, меня единственное из отделения всего, блядь, убил снайпер, блядь, хуй знает откуда, хуй знает где. Мы где-то умерли, блядь. Как раз таки мы в Надеждино, блядь, были. Ну, мы проехали только что в Надеждино, да, должно быть, да. Терпеть нас, но не так, конечно. Бля, меня смущает... Ёбаный сыр, я помню тайминги на этой миссии. Сыр? Противник уже может быть в Пулково. Тебе тоже послышал сыр? Почему сыр? Тебя смущает сыр? Я тоже смущаюсь. Ты сказал, меня смущает тут сыр. Меня смущает тут то, что я знаю тайминги, блять. Нет, ты конкретно сказал сыр. Какой нахуй сыр? Я не говорил сыр. Ты сказал сыр. У меня на записи сыр есть. Блять, шиза, все, у меня деменция, я Байден. Так, ну, мы вроде на позиции, сейчас это. Долбою, блядь. 1-3 на позиции, но это не точно. Блять, я в елке заблудился. Нужно. Где? Короче, где ты здесь? Может быть, в двери? Ну, в принципе, да, мы где-то, блядь. Знаешь, мы где-то сейчас покажу, где. Слышишь, так? Да? Я могу спуститься, проверить табличку, какое там поселение. Я там, когда мы выезжали туда, я смотрел, таблички не видел. Запей. Я сейчас определю, где мы. Тут дорога есть, сейчас ориентируюсь. Тут... Подожди, а в сторону зоны через 20 минут, это, типа, нам надо перекатываться. Не знаю, сейчас, погоди, я гляну. Надо, ну, эвакуация будет. Исаак,
Да? Я что-то ориентируюсь по компасу, блядь. Я тебе сейчас покажу, где мы. У меня тоже вопросы, сейчас погоди. Ориентируюсь по компасу, вот я поставил метку, где. Думаешь? Мы же прям вот в... Погоди, где? Вот сюда. Нет, мы, смотри, мы заехали в какой-то населенный пункт и прямо от него сразу налево. Погоди, по нами сюда. Дорога есть с тропинкой, погоди. Блять, где ты нахуй? Я тебе сейчас покажу. Нет, нихуя ты угрожаешь, блядь. А, блядь. Там всего лишь твоя деревня идет. Урал. Вот видишь, блять, Козловка, и над ней, блять, есть эта дорожка, которая ведет к двум домикам. Вот нет, сейчас... я тебе отвечаю, мы в Козловку не заезжали, я помню то место, как оно выглядит. Мы, но... мы не в Козловке, блять, я просто скажу тебе. Я сейчас поставлю. Я поставил тебе метку, где мы сейчас. Ты в этом уверен? Да. Потому что я смотрю на юг, здесь у нас есть в упор жилое здание. Угу. Я тоже на юг смотрю, блять, у нас тут в упор жилое здание. Ну, а где она на карте? Вот, я тебе сейчас покажу, блять. А может мы чуть севернее вот просто остановились где-то? Я тебе обвел, что это, блять. Бля, что происходит? А как мы умудрились туда завернуть? Мы ехали по прямой прямо из города. Да просто смотри, за этими домами, блять, ОЭП. За домами, которые возле Букова, нет ОЭП. Нет, мы не там, лоб. Блять, пиздец какой-то, погоди. Я тебе говорю, блять, он вы где? Подожди, так, я вижу зуб. По азимуту мы, наверное, слушай, не доехали где-то на юге. Я, кажется, понял. Нам на северо-восток нужно. Я тебе, блядь, смотри, я стянул метку, видишь, где мы? Вот где мы, ёбаный рот. Нет, мы. Поддерживаем, мы там. Смотри, пару зданий мы сразу слева свернули. Тут лэп на юге здания. Ну да. Давайте обратно. Я поддерживаю, блядь. Мы просто не доехали. Нет, я просто какой-то... Я знала. До первого здания доезжаем и сворачиваем налево, а на карте я этих мелких зданий не увидел. Ну, обосрался, что бывает. Блять, Логан, зайди. 1-4, чуть-чуть обосрался, рано высадил, сейчас доедем. Мы 1-3. Ой, 1-3. Я даже нормально. Я 1-3. Кто я нахуй? Там танк наш без прикрытия, блядь. Это музыка звучит. Так шариду и надо. За что? Я метал шарик. За этого хрустика. Ты когда про лэп сказал, ты говоришь, смотри на юг, где на карте. Должен быть. Не должен быть лэп. Хуя он там образовался. Вот, блядь. Сейчас будет прикольно, если мы реально там... А, не, мы не там, где... Нет, мы сейчас только будем вещать надежду. Ты злой, короче. Голос мудрый настал. Я, между прочим, даже не вышла из машины. Я знала, что вы обосрались. Да ладно. А вот и таблички. Бля, слышь, надо было, мне кажется, идти. Слушай, мы до надежды не доехали, бля. Не, я вижу, мы входим в какой-то поселок. Наверное, это ОМО. Так, вот мы еле-еле выезжаем. В гору сейчас. Вот сейчас налево в гору. И резко налево. Так, ну самого. Ага. Да, вот все. Теперь, да, теперь все верно. А теперь СПН противника. Здравствуйте. Просто здравствуйте. Привет, РМС. Я бы всегда нас не ожидал. И самое забавное то, что у нас в качестве СПН выступает местный колхозник из СКС. Разве? Форму видел? К тому же эти колхозники спавнятся плюс-минус в районе тыла противника. То есть они могут там фланговать, деловать. Это тероборона, ты чё? Когда тероборона стала СБН?
Ну, а, когда обычный СПН закончился? Они, можно сказать, идут как СПН, как тыловики, как разведка. Знаешь, в реальности тероборона стала СПНом, когда настоящий СПН закончился. В котлах погорели просто. Так, приехали? Здесь между трех елок тормозим. Все, мы в районе... Там у нас противник уже, 4 поставили метра. У нас там 1-4 поставили метра. Сейчас, погоди, доложу. Я наверх, без душа. Да, чуть выше поднимите. Смотрите в лес аккуратно. Помните, у них камуфлированные шлема и жилеты. У нас да нет. Да похуй, я по всем буду стрелять, они даже из штук. Я тебя... Ебать, по... Так, у меня 26, у тебя тоже 26 или у тебя РШГ? Да. Что, да? Да, у меня 26 РПГ. Всё. Лога на 7 морка. Я знаю, я ему сказал возьми. Если он сдохнет, мы проебем ПТ. Да. Не, почему? Есть две одноразки у них с очень неплохим уроном. Ну хуй его знает. Не, мне Фарид говорил, что одноразки некоторые лучше справляются с некоторыми этими неодноразовыми трубами. Ну, или это касалось Кванили, я не помню. Так, я думаю, они в лоб в открытую через Булково не пойдут и по склону должны пойти, по идее, в теории, по логике, через нас. Так что я предлагаю вам чуть через пойти и лечь. Какой надежды? Внизу нас вообще. Надо здесь так, на склоне лечь на и на север смотреть. Метка на меня стоит. Ой, блять, тут выстрел. По Фариду постреляли, он, кажется, сейчас... Я слышу, слышу, откуда стреляют. Ебать, ну танк работает. Да-да-да. С востока, что ли? С северо-востока работает. Или где-то с север. Блять, я не увидел, блять, обосрался. Так, сейчас, смотрите, стоим в районе пехотной метки, типа такая маленькая возвышенность. Ложимся под елки, кусты, все что угодно, и смотрим на север. Через нас, возможно, я даже сказал, даже скорее всего, пойдет пехота. Я чуть увидел, выше. Увидел, пострелял, отошел. Увидел, пострелял, отошел. Не рискуйте, у нас 4 человека. Ну рядом контакты, лол. Я чуть выше, у меня пулемет. И не забудьте про рисовку немного скручивать. Типа мы в лесу сейчас сидим тупо. Если бы я еще видел, по кому стрелять. Я сам не понимаю, ну, Фарид говорил, по мне танк пострелял, ну, а с востока, а что в упоре было, я не знаю. Вот, может, Урал приехал, я хуй знаю. Ты слышишь? Это наш. Это на 7 обстреливают кого-то. Да, да. Либо ГАЗУ работает, либо... А, ну да, это должен быть ГАЗУ, больше ничего так не может работать. Да, наши там, человек шипла. А я подумал, может, у них бахи вторые завелись, кто знает. Да вот это, сука, с северо-востока ебашат уже далеко. Я лежу на склоне, смотрю на северо-восток. Обзор есть небольшой, но типа не весь, как понимаете. Из-за дождя ни хрена не видно. Сука, мне икота передалась от кого-то.
чего он не пугает так? Пидор. Я не знаю, я 600 слышал, возле меня кто-то топал. Может, стол лоб? Я. Из наших ходит? Ну, только мы ходим. Миномет. Сейчас звоним, погоди. Я сижу. Бежит, 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 бежит один. Блять, я остановился сейчас. По дорожке. Я остановился. Я вешал. Я вешал, пошел дальше. Чё ты на себя метку не ставишь? Слушай, блять, как я ставлю? Стоит метка на меня. Прям перед противником на метку ставить. А за ним кто бежит? Эй, их там трое, алло, это не ты, блядь. Где, блядь? Аня, вот тут. Вот, я метку поставил, там трое бежит по дорожке. Уже один возле сарая, и двое... Понял. Мне стрелять, нет? Блядь, стреляй. Только... Так, виноват, отходил, у меня звонили. У нас еще тоже... Да? У меня убило, там убило. Двое возле сарая были. Понял. Скидывай гранату. Отхожу. Серега на сарае, да? Я убил одного, да? Я погодил, Серега. Ебать, блядь. Так, я отхожу, хуярь по ней. Опа, упали тут. Стрела, еще. Понял. Вижу, слушай. Тоже. Так, а что мы делаем? И кто живой в итоге? Я и не живой. А Логан? Логан. Исаак. Почему я опять одна? Объясните мне. Фарид. Сука. Где Фарид? А, нет, это не Фарид. 347-1. Грант. Их всех убили, я осталась одна.
Уходить в триггер? Да, уходить в триггер. Я не знаю, успел ли вам сказать нет. Короче, у нас тут отделение шло. ПТшники на дорогах. Выезжаем лесом. В Козловке опасно, потому что там уже душка получила, въебала. Приезжаем по западной части через Ветряную. Так, а чё, где вы-то открытый УАЗик? Или вы это чё, открытый? Открытый УАЗик. Я бегу примерно на метке своей. Я за тебя даже уже начинаю думать, да, изначально тебе говорю, куда идти. С твоей прям позиции, если ты рядом был со мной. Если ты был, конечно, ты. Вроде бы тебя противотанковая была средство. Вы сейчас на своей актуальной? Thank you.
А? Либо здесь. Нет, я где-то здесь.
Там было трое мертвых противников, и один из них был облутан. Такое странное ощущение, что это из наших живой, блядь. Только не знаю кто. Павлина, что бросил? Ну, блядь, что делать? Вообще только принес. Там уже она так без ног. Если очнется, в вазик пойдет. Это вряд ли. Так, ну да, вижу трупы. Это что, Ника, подождать тебя тогда? А чё, куда? Я уже на горке. Ну, ты около УАЗика того выбитого? Нет, я дальше пошёл. Я, а, я на своей вот, я тут. Тобой. Я тут. Я около двух домиков прохожу. Да, идите. Здравствуйте, я медик из один... Какой там? Шесть, три... Ща, секунду. Из 1-3 можно я к вам присоединюсь? Я тут недалеко. О, а нам медик как раз и нужен. Я чуть юго-восточнее, там справа снизу от вашей метки есть камушки такие на карте, вот я там. Подожди, юго-восточнее? Да. Смотри, вот 1-4, я вот сюда пометил, ты тут? Ой, да, я рядышком. Хорошо, сидим, мы все равно идем туда. Выдвигаемся примерно азимут 150-140, ориентир поближе к лесу иди. Хорошо, по голому полю не бегай. В принципе, все. Так, протянка средства есть какое-нибудь? Нет. Да и похуй! Пойдемте, челебосите. А как она наша челеба? А, ну понятно. Что, мы что, павлина заберем? Кстати, точно! Слушай, иди сюда, медик. Медик, медик. А по полю кто-то из ваших бежит? Ну я вот, по КУЭШ.
Не, я имею в виду лег. Да, наш. А, вот вы, да. Смотри, от тебя быстренько. Сможешь метнуться обратно через маленький холм на дорогу? Короче, ладно, не плевать. Так, я вот, слушай, медик, смотри, я вот сейчас у домиков двух маленьких. Примерь твоя метка. Ты где сейчас? Я возле Азафона. Всё, павлина возвращаемся. Да, пошли павлина подымем. Эх. Ага, на вазик поедем. Вряд ли уже кто-то остался. Давайте все быстренько отрядником метнулись. Отведи недалеко от нас. 50 метров, я тебя видел. Ясно. Так, короче, пацаны, не расслабляемся, блять. Потому что тут у нас недалеко, вроде бы, есть снайпер этот. Перестрелка была. Это может минут 10-15 назад. Он говорит, там уже огрызки спецназа могли остаться. Думаете, павлин еще нет? Не думаю. У нас тут, если мы его перетянули, то он вообще до конца может спокойно лежать. Биты... А заходит ли он? Нет. Да, я думаю, заходит. Если медик его подымет, он захочет. К тому же, если человек не двигается, то, в принципе, себе повязки не сбрасываются, ничего. Сбрасываются, кстати. Я вот повторно вязал. Я понял. Он у вазика был? Он около одного из деревьев выше ваза. Давай, рассосались, пока посидим, по караулим. Давайте особое внимание северо-восток. Трупы не лутаем. Ну там уже нечего лутать. Ну я вкусненькое взял, конечно. Это, блин, бомж спецназ. Кроме глушаков, у них от спецназа нихуя нет. Что тебе, пошли, Лунь. Я плюс-минус знаю, где он там сдох. Так, ладно, я попробую тут дриндулет завести. Не знаю, как... Можем запаску засунуть. Левей. Парашют. Без четырех фильтр. Лол, медик. Вместе не кругу это, не стойте. Рассоситесь отсюда. Давай только медик и этот, и тазотоп помогает, и все. Поднимите второго медика. Да, он под одним из деревьев тут должен лежать. А, нет, все, двигло красное, не сможем. Я же говорю, оно дымилось, плюс колес нихера нет. Вот он. А кровь перелей ему, он скорее всего духа я потерял. Литра 2, наверное. Угу. Странно, разве у Неза была ДВ? Начинаю реанимацию делаю. Так, это вклей ему адреналин.
там уже прилично прошло времени, бро. Проверьте его пульс. Я ему сделал уже сердечную легочную реанимацию. Зачем сердечную? А, ну можно. Несколько раз сделайте. Так, у меня есть дебильная идея. Так, короче, измы за мной. Пошли за тем нашим УАЗиком. Мы здесь пока останемся. Да. Смотри, с тобой на 340 примерно идем. Проходишь вперед. Блять, измы опять вылетел, что ли, нахуй? А, нет, это ЦЗТ. Изман? Понятно, сука, вылетел опять. Он заебал шашлык ебаный. Ладно, короче, я за тачкой. Нет, иди, я сдохну, если идите, триггер просто. Изман, со мной на 350, даже 340. Идем за нашим УАЗиком. Для тебя ориентиры нужно говорить? Или разберешься? Изман? Я иду. Я спрашиваю, для тебя ориентиры надо говорить? 350. Для меня. Ориентиры, а не азимут. Да. Наша машина была рядом с полем. То есть она в лесу, а я вижу, но там была небольшая развилка. Поле. А, отлично. Ну, на всякий пожарный. Со всеми. Ну ты с нами, ты со мной. Я живу! Сука, спасибо! Я... Все, тихо, успокоились, кололи. Потом это, сейчас я на УАЗике приеду. Ты моя спасительница, все. Хочешь добью? Не надо, я сейчас добью, иди за машиной. Ладно, полечите там друг друга. Посидите, покараульте пока. Сейчас я приедем. Шуметь лишний раз неохота. Может, тут еще остатки проходят, хуй его ебу. Да понятно. А изм на барсате я... хочу. Да, не, но нет. Хотите вообще самую забавную руку? Одна экспешка просто сзади пролетела, просто ноги выбил по ходу. Не повезло. У меня тоже нога выбита. Это на мной, блядь, экспешка в 10 метрах, блядь, упала, я выжил. Сейчас поедем скоро. Что будем? А, послышалось. Что будем делать? Смотрите, приезжаем в триггер и там располагаемся.
Ну, идем, рассаживаемся и сидим, да? Больше нам больше делать нечего. Я понимаю, активная атака у них слишком активная, я давно не слышал, что у них там. Сейчас я выйду, конечно, послушаю, мало ли. Так, а у нас танк вообще живой еще? Мне кажется, вроде. Я метки его, сука, не вижу. А, нет. Метки устарели, мне кажется. Я что-то особо не пойму, но, по-моему, танк наш закончился. Мы тут одни в этом месте сидим. Ебать. Вся война в триггере. Какие люди очнулись? Вообще, за тебя сидит, крутится на меня. Ну, зайди луни дальше. Где он теперь? Кто? Я к нам, блядь, возвращайся уже. Нет. Блядь. Чё, машина? Да, как бы я Эдмана жду. В смысле? А, ты тут уже? Господи, ну сказал, что ты зашёл. Нашёл машину? В смысле, нашёл я рядом с ребятами? Ты вообще задание своё слышишь? Пожалуйста, не умирай, иначе мне придётся тоже. Так я у меня пинговала, я еду к вам, ребята. Я еду к вам. Здесь пока тихо. Тут вряд ли уже какие-то силы будут. По крайней мере, рядом с нашей позицией. Матом сейчас только в спину зайдем. Все, подъезжай, на вольт. Ну что, кстати, вообще особо меток не видно противника. А у нас же только у ДВ есть метки ставить, ну, а все, а он же... Ладно, не суть. Вылетели же. Не знаю. Че, может спешимся за километр от триггера? Зачем? А мы в триггер влетаем. Окей. Поставьте веточку примерно, может мы сейчас подъедем, можно выбить. Трубы есть. Полторы секунды. Это что, это Зужик нас здесь уже учит? Да, у нас Зужик уже жива. Там что, актуально, нет? Нам надо с востока, получается. О, мы уже. О, блин! Куда я? Да, блин!